Всем привет, с вами снова Женек, и сегодня мы продолжим прохождение Слендера Возвращения. И после того, как внезапно появился Слендер, после того, как мы взяли восьмую страницу, мы куда-то убежали, как я понимаю. Наша героиня плохо это помнит, ну вы можете судить по последним кадрам из последней серии. И вот где-то тут мы оказались. Ну, давайте продвигаться. Вроде, я не знаю, это получается вообще вечер следующего дня, что ли. Фиг его знает. Ну, достаточно так спокойно все выглядит, я скажу. Есть фонарик, отлично. Мы его не просрали. Что же нас ждет дальше? Вообще, я думаю, эта серия должна быть поспокойнее немного. Или нет. Ну вот, куда-то мы пришли. Видимо, перед собой. Нет, эта серия спокойной не будет. Снова шалить нервы. Я снова начну тараторить. Я даже не знаю, куда мы пришли. Какую канализацию. Наверное. Опять стоят всем известные контейнеры. На паузе. Кто-нибудь тут прочтет. Я же тупо не смогу это перевести. Зайти мы никуда не можем. Так, ну, не знаю, что делать. Либо туда сходить сначала. Есть смысл вообще туда идти? Ну, а почему бы и нет, как говорится. Все просмотрим. Какой-то домик. Думаю, сюда нам. Думаю, сюда нам можно зайти. Или нет? Нет, сюда нам нельзя зайти. Не, знаете, как бы блуждать по лесу, это, конечно, все хорошо, но давайте уже пойдем, куда нам следует. И получим свою участь. И порцию. Страшилок. Сейчас давай туда, что ли. Я не понимаю, видимо, наша героиня настолько натренирована, то, что она вообще не устает и может бегать сколько угодно. Ну, хотя я бы тоже бегал, на самом деле, сколько угодно в такие моменты. Так, записка. Но это слишком, я не знаю, в этой игре. Может, какая-то история рассказывается о чем-то, но по мне так слишком много текста ненужного причем. Ой. Да. Ну, не хочется оттуда уходить. Конечно. Бочки. Занесло. Называется. Съездила к подруге в гости отдохнуть. Жутко. Жутко. Тут ничего нету. И на улице, наверное, темнеет, насколько я вижу. А может быть, просто отсюда нам так кажется. Опасность. Все, что я пока могу перевести. Будьте осторожны. Угу.
Все, кажись, я понял. Это подземная шахта. Видимо. Тут добывают руду. Ну или какие, либо другие ископаемые. Стрелки нам указывают вперед и только вперед. А что нам еще остается? Слендер шахтер у нас стал. Какого хера он вообще тут делает? Если он тут есть вообще. Get to the tower. Иди в башню. Да пошел ты сам в башню, ёпты. В натуре. Да. Музыка начинает нагнетать. Необходимо уходить. Пипец. Все, я понял, что нам здесь надо будет делать. Генераторы включай, да? И Слендер будет за нами бегать. Ну нет, блядь. Ну в лесу хотя бы как-то более-менее приятнее это все выглядело. Начинается. Ну, вроде пока тихо. Нам еще надо найти 6. Ой, точнее, уже 5 генераторов. Поищем. Вперед пройдем. Нет, 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 нет. Пипец тут здание. Охренеть. Охренеть. Да я же здесь заблуждаю. Так. Не, давайте-ка все же вернемся назад, наверное. Ну, как бы написано, нет, нет, нет. Или сначала по первому этажу пройдемся, да. Давайте пройдемся по первому этажу сначала. Да убери ты, о, так, нет, так не лучше, нифига. Господи. Вниз. Так, вижу еще один. Я так понимаю, это двери открываются, либо открывается. Не-не-не-не-не. Даже не хочу оглядываться вообще. Кто ты? Где ты? Валим. Уёбываем. Еще вижу один генератор. Отлично.
пиздец там. Еще три генератора. Слендер, мать его за ногу, отстань. Беги, 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 родная, роднулечка. Беги, блядь, беги, сука. Нет, все же она устает, по-моему. Кто-то бегает. Какого хрена мы поднялись? Кто бегает? Ебать! Кто это, блядь? Кто это, нахуй? Охуеть! Блядь, беги! Ебать! Ой, блядь! Ебануться! Охуеть, кто это был? Блядь! Кто это? Блядь! Я не хочу отсюда уходить. Блядь, еще два генератора. Блядь, нет, нас зажмут здесь сейчас. Нас уже зажали, по-моему. Кто-то опять бежит. Вон. Ебать, отвали от меня. Дура! Ты чё, ебанулась? Кто это? Что происходит вообще? Кто ты, блядь? Чудище! Да? Вы слышите, бежит кто-то. А почему наш-то не бежит нихуя? Беги, блядь. Пожалуйста, ну быстрее, ну чуть-чуть быстрее. Она уже сзади прям дышит, я чувствую, прям уже за волосы хватает. Прям уже за пятку прыгнула, укусила уже, блядь. Да где кто лазит, я не пойму. Она сзади. Сзади. О, Слендер. Слендер, наш милый друг. Слендер, отъебись. Пипец. Пипец. Вообще она не бежит. Бежит опять. Почему? Тихо. 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 Давайте тихо. Сейчас мы просто выглянем. Уёбываем. Беги, бля. Оторвались. Где могут быть еще два генератора? А, блядь. У меня глаз дергаться начал. Все, пиздец. Глазу. А, да
чего же стрёмно-то, блядь. Отлично. Еще один генератор. Включили, включили, убегаем. Еще один генератор остался. Тихо, тихо. Там где-то слендер, по-моему. Ой, слендер. Один сраный. Генератор. О-о-о-о. Она бежит, ёптать. Бля, уже вообще прям близко нахуй щебет. Пиздец. Пиздец. А там слендер, бля. А тут нету слендера, блядь. Так, тихо. Наебем. Аккуратненько. 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 Аккуратненько уебываем. Нет, блядь, ну в какую? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В ту сторону. Ай. Ой. Ой-ой-ой. Ладно, блядь. О-хо-хо-хо-хо. Блядь, Слендер, ты-то еще хули тут делаешь? Маленькая скотина, бездушная. Где мы не были еще? Я понять не могу, где мы еще не были. Там мы были. Что творится? Что творится? Люди добрые, помогите. Слышь, заканчивай. Я выключу свет, блядь. Пожалуйста, беги. Я тебя просто умоляю, беги, блядь. Господи, блядь, отъеби! Дура, 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 дура! Отстань, 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 отстань от меня! Там слендер еще. И как мы выйдем? Так, Слендер пропал. Вот это манда там еще осталось, блядь. Щемим, 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 не спотыкайся. Так, она вообще застряла, по-моему, да? Нет.